Какой самый эффективный тренажер для дома? Самый эффективный, я так понимаю, многие рассматривают в целях похудения, естественно. То есть все хотят сбросить лишний вес и поддерживать в тонусе мышечный корсет и сердечно-сосудистую систему. Соответственно, самым эффективным тренажером для дома я считаю Orbitrack. Не скажу, что это лучший выбор. По ряду причин. Первое, это потому, что механизм более сложный. Orbitrack вообще, наверное, самый сложный из тренажеров, потому что там есть три шарнира с одной стороны, три с другой стороны, потом маховик вращается, соответственно, крестовина вращается, это уже 8 осей вращения. Механизм более сложный, центральная стойка крепится, ручки крепятся, много соединений болтовых. Я к тому это все веду, что не все орбитреки, не все эллиптические тренажеры по конструкции своей относительно надежны и беспроблемны. Когда вы выбираете эллиптический тренажер в домашних целях для того, чтобы похудеть, да, скинуть лишний вес, лучше все-таки проконсультироваться с человеком, который уже имел дело с ними, к продавцам магазинов обратиться, к нам можете обратиться, неважно. К человеку, который знает их изнутри, скажем так, потому что есть нюансы, которые, с виду и не определишь, что этот тренажер, к примеру, через там месяц-два у него накроются подшипники или разболтается ручка, или маховик там на втулках стоит, а не на подшипниках. Поэтому лучше все-таки такие моменты учитывать при выборе эллиптического тренажера. Это самый эффективный, на мой взгляд, тренажер по сравнению с беговой дорожкой, потому что нет ударных нагрузок на суставы, а по сравнению с велотренажером, потому что здесь все-таки во время работы работают все группы мышц. И верхний плечевой пояс, и ноги, и пресс, спина, поясница, то есть включены практически 90% мышц работают при занятиях на орбитреке. Поэтому это мое личное мнение, я его считаю лучшим тренажером для дома. Но вот при выборе тренажера все-таки следует учитывать многие моменты. И сразу скажу, не берите относительно дешевые модели, это до 10 тысяч, сегодня 2021 год, да, до 10 тысяч даже старайтесь не рассматривать. Если у вас совсем не напряженка с деньгами, то лучше все-таки там немножко подороже взять модели, хотя бы начиная от 13 и выше. И еще момент, если вы берете Orbitrack, желательно берите с передним приводом, с передним расположением маховика. Почему, я рассказывал уже в предыдущих видео, можете посмотреть на моем канале. На этом, я думаю, можно закрыть этот вопрос. Не знаете, какой Orbitrack выбрать, вы можете обратиться к нам в магазин Muscle Shop. Обратиться за личной консультацией, позвонив по телефону, либо написать в комментариях. Я всем стараюсь отвечать и помогать максимально открыто. Заходите к нам на сайт, ссылочка будет внизу под описанием к этому видео. Также напоминаю, что у нас есть спортивное питание. Раздел со спортивным питанием на сайте с недавних пор появился, где можно ознакомиться с нашим ассортиментом. Ждем в гости. На этом все. С вами был Сергей, Muscle Shop. Пока!